Хороший рейдер Сэдвенчер. Мутический рейдер и приключения. Ну смотри, Сильвер Пинг. Грейд. Бронис плюс 3, плюс 6, плюс 9, это плюс 12. Он сразу проскальпивает плюс 3. Ну, 6 тяжелая броня, ее нет виртуальной, не приходится висеть. И визорная плюс 9. Ну, чтобы... Это он с теневой броней грейдит. Потому что он может остановиться не на плюс 12, ну, все тем. 12. Синее на броне. А на плюс 9, например. Ну тогда, это, ну, два грейда. Броня должна быть. Или зеленица, то есть Matrix Джинни такой броню произвести. Плюс 3 зеленого. То есть броня плюс 5 только зеленая. А рейдеры ее производят. Ну, или сторона рейдера, или кто производитель там. Что может отдельно в коалиции кто-то быть. Ну, плюс 5, а технология плюс 3 зеленая только у Джинни Матрикса. А так это просто рейнинг плюс 3, а там не вампирство, ничего. То есть надо перековывать это долго. Перекова. Ну тоже возможно, да, рейнинг тоже стоит. Ну он треть стоит. Не вампирство, просто компенсатор плюс 3, а восстановление плюс 3 брони нету. И плюс 3 компенсации с выстрелом. Ну тут сложности, что... Да, что... Сильвер Пинг достигает Сиреник. И Сиреник, по сути, название сущности Космикс. А не Сиренексы. А Аква Винкс то же самое может делать. Плюс 6 и плюс 9. Но он может тоже сам, так как он МК-2, у нее тень Тена. Он может, да, стать Теном, но это когда он может грейдить по тяжелой броне. То есть, как мы смотрели, тут Аква Винкс на плюс 9 останавливается. Потому что он 2 броня, плюс 6 и плюс 9. Ну, визорную броню, Пинк Визор, розовую броню проявить, чтобы вся она визорная тогда будет, там нету других вариантов. Она вся стала визорной. Чтобы для целого корабля, который состоит, ну, даже пускай не корвета, а мы с теневой вампир смотрим просто. 300 миллионов. Тени Заксов стоит. Там столько, ну проявить его столько, типа, затраты. Он не 120 миллионов. 130 тени, да? В общем, стоит 100 лимонов, там, 90 даже. А этот Сиреник, Визор сам. Визор это... С борта, смотрите, не радаром, а визор, который смотрит, а радары спускает глухи, которые фотонные, все. Кто знает, да? И обратно получает. А визор просто воспринимает то, что получает, ничего не выпускает. Ну, больше обзора дает, ну, типа, больше информации поступает, как вот это. Сколько-то возможностей получает усиление на радар. То есть радар... Зачем плоскостной радар покупать? Чтобы выше в плоскости увидеть, а чтобы такую, то, что он видит в плоскости, сделать сфера радара, чтобы это сфера боя, чтобы видеть, что сверху кто-то залетел, какие ноги влетают. Что снизу или сверху кто-то проник, приблизился к кораблю, он не контролирует эту ситуацию. Ну да, защищен что-то, что-то задвигает. Или полустелс, так же стелсом спикировать могут. Не знаю. Да вот это визор, они увеличивают шанс на обнаружение. Ну, со всяких облаков, всяких не летает куча, там расстояние не всегда точно можно определить. А визора, ну, на борту визора, расстояние между визорами есть, между пластиками, они определяют расстояние так и года. То есть, без визора, ну, компьютер будет переполнен бортовой там информацией, ну, она боевая навигация, там, торговая навигация, тут, ну, режимы есть, сколько там может он тянуть. Там будет видеть кучу, например, информации, которая сильно, ну, там, объекты, которых размером не определен, дальность не определена, и таких там десятки или сотни объектов там
еще что-то добивается. А потом размер, раз он большого размера, то, возможно, это корабль, система будет зависеть. Корабль не корабль, а там будет. Нам нужен или вот эти Селениксы, или Визор, они будут увеличивать мощь, так сказать, боевого радара. Если много Визора, то есть куда-то набрать, тогда на боевой радар переключить. Но лучше иметь дополнительный боевой локатор, чтобы ставить в радар, в слот радара. Но можно само устройство, которое находится внутри корабля, вставлять. А можно вставлять артефакт, встраивать у себя на, на компьютере, пусть управление, то есть боевой компьютер. Ну, пульт управления кораблем, мостик капитанский, называется, он вставляет и все. И строить его отдельное устройство, которое радар, управляющее устройство, и там еще щипы есть. То есть купить образно тарелки там радара, это. Но они такие, они без этого, что видно, там, шарили меня. То может другие на производстве, ну так же, как и дроны там. То есть производство, что убывает в боях там, что надо производителей затрофеивать. А то, что затрофеивано, надо щадить, а чем делать, да, когда мы продавали. На починку продавать, ну дешевле чуть. Но с этого можно что-то тоже иметь, там, что-то свое сделать. Также те же грейды там. То есть ресурсы свои копить надо. Минералы эти собирать там. Когда сейчас мы черебласы, я стал собирать эти волыны, стволы для рубиновые стволы. Для лезок. Потому что лески самое проще сделать, чтобы суппортами участвовали. Большие волыны дорого покупать. Ну там. Если корпус стоит вампирский 120-130, а гритоны лучеметы там 3-4 миллиона. Ну и 12 миллионов, например, главный клевер минералов. Ну она устраивает, но их сейчас надо много таких. Там 9 таких, ну 27 стоит, плюс 3 таких по 12 тысяч, 6 27, 50. Не один из этого. Короче, ну, только одними лучеметами, если бы печка там какой-то полсотки миллиона. То есть плюс кораблю 130, то еще добавить это уже там 190 по 200 миллионов. Но в САК как-то будет там 600-700 миллионов оцениваться в тенезаксах. То есть одни в тенезаксах, зачем тенезаксы, чтобы оценка, ну то есть оборудование в каких-то, ну сейчас отлететь в сторону от коалиции, типа Тенецилы там, пограничье или ближний космос, то как бы, если обычное оборудование по стандарту оценивается, а в Тенезаксах уже любое оборудование будет в Тенезаксах суммироваться, и тогда капитализация будет выше. То есть корабль сколько стоит, сколько там кредитов, но чтобы не все кредиты надо показывать. То есть Gold Zaxx или Gold Galaxy, уже, ну, типа скрытыми счета, потом же за этим могут и ренегалы охотиться. И, ну, кого они могут там привлечь тогда. Ну, чтобы что-то обменять на выгодных условиях. Или принудить обменять. Это дополнительные напряги, так сказать. А в этих, в Тенезаксах, как бы он, может, рейнджер магнатом космоса выглядит. Даже то, что он там средний какой-то, или ниже среднего, ну так, компетентный. Ну что, может, экс-компетент был компетентным, пал экс-компетент, а туда полетел, он все равно продолжает компетентного уровня. И тогда, ну, кто-то с ним согласен сотрудничать будет больше. То есть какие-то рейтинги, ну рейтинги может подкачать, подразиться и снова полететь, взлететь. Да, в коалиции там, или в Тенецилах. То есть в Тенецилу можно отправиться. То есть не все Тенецилы одинаковые. То есть ксеносы, ну, то есть где много разных сил, цивилизаций. Ну, они как бы могут и гуманоидные быть, но они со своими